Добрый день, гости моего канала, подписчики. Всем хорошего дня. Я опять вышла здесь на природу и хотела бы вам показать коротко. Вот дерево, это орех. Самый обыкновенный орех. И вот сейчас у него появились новые листики, и вот так он цветет. Вот у него сережки такие висят. Они очень упругие. Ой, здесь пилили дерево, я не могу достать. Не спилили, а отрезали лишние ветки. Такие они, как гусеницы зеленые, сережки. Вот такие сережки и вот эти молодые листики. Они помогут вот женщинам, у которых выпадают волосы. Если вы возьмете примерно на 1 литр водки четверть любого сосуда, будь то литр, будь то пол-литра банка, будь то 2 литра, это независимо. Я лучше так объясню, чем на литр водки. Вы берете сосуд, заполняете его вот такими сережками от ореха, четверть емкости, а остальное доверха заливаете водкой. И еще добавьте вот таких вот штук 5. Вот таких вот листочков. Это вот как отростки идут. И оставьте на 2 месяца настаиваться. У вас получится почти черный настой. Крутой такой. И вот с этого настоя, когда вы будете брать, разводить с водой напополам, вы можете вбрызгивать в корни волос. И каждый день массируя кожу головы. Там очень много содержится йода и всяких макро- и микроэлементов, не витаминов. Витамины у нас усваиваются внутри и, в принципе, вырабатываются от пищи. А микро- и макроэлементы, они впитываются через кожу. И поэтому очень важно, чтобы вы это понимали. Поэтому втирать в кожу в головы, это очень приносит большой результат, у кого выпадают волосы. Это раз. А во-вторых, эту настойку вообще по 10 капель в день с водой профилактически можно брать, у кого истощение, ну, нервное перенапряжение, много стрессов было. Вообще он подлечивает щитовидку хорошо и нормализует сон. Вот такое замечательное нам Бог дал дерево, орех. И я повторяю, я не врач, я просто делюсь с вами моим опытом. Ну и опытом других людей, которым я давала раньше эти рецепты. Они были довольны. Я повторяю, когда у вас нету серьезных заболеваний, это профилактически помогает. Когда стресс, когда нервное перенапряжение. Но если у вас есть, конечно, сильные хронические заболевания, тем более обмена веществ, конечно, там уже нужно причину лечить изнутри. А так это помогает в 90% многим. Так что идите, собирайте, потому что скоро они отпадут. Хорошего всем дня, удачи. И оставайтесь здоровыми, молодыми, красивыми. Любите друг друга. Пока-пока.